наверное, лет 20 назад, когда я ездила в Израиль, то в Тель-Авиве, в художественном музее, там есть зал, значит, где выставлены вот такие вот кукольные домики. Ну, это частная собственность, но женщина дала для демонстрации. Я не знаю, есть ли они сейчас. Вот. И меня тогда просто поразили вот эти вот маленькие интерьеры, сделанные в технологиях, как большие, да? Там были маленькие стеклянные, значит, вещи, люстры, вазы, стаканы, да? Фарфоровая была посуда, была мебель, но именно в том стиле, который был заявлен. Например, был интерьер голландского дома 16 века, интерьер, например, аристократической спальни 17 века французской, ну и так далее. И вот там все было как, вот как настоящее. Например, в голландском интерьере, да, были камины, и возле камина набор каминный, там щипцы, замок, значит, еще какие-то вещи. Вот как настоящие, ну вот такие вот маленькие. У меня нету, у меня, да, да, но со временем. Ну, короче говоря, да, но это фальш-камин. Короче говоря, меня, конечно, это все очень сильно впечатлило. Почему? Вот даже как искусствоведа, потому что можно изучать на этих примерах, например, разные стили. Стили мебели, стили, значит, там тканей, потому что там тоже были ковры, тканы настоящие. В общем, все было как по-настоящему. Вот. Ну и я об этом не забыла. Я об этом помнила все время, да, пока. Вот, по-моему, это было в 19-м году, пока у нас в Союз печати, в Киоскове, не появились наборы такие. Вон, элегантный дом в викторианском стиле. Вот что предлагалось. Да, такая, значит, коллекция. Я стала покупать. Это собачка. Собачка нет. Собачка это моя. А, ну, короче говоря, значит, я стала покупать. Первые наборы, ну, как это водится, были дешевые, по 3 рубля. Поэтому я купила сразу 3 набора. Они у меня здесь использованы. Да. Нет, это было уже в готовом виде. Вот. Вот я вам сейчас скажу, что было в первом номере. Что-то вот из этого. Вот, например, вот этот столик, да, консоль. Вот это мы уже идем на перевал. После которого уже начинается цвет. Потому что я поняла, что такая акция будет недолго. Да, это первый журнал. Да, это первый журнал. Значит, последующий журнал, это был уже 7 рублей, потом это было 10, и закончилось 20 рублей. Рублями, 20 рублей, больше не видела. В общем, еще по 10 рублей я покупала, но когда они зарядили 20 рублей, и когда я, глядя вот на эту картинку, поняла, что мне предстоит еще купить, значит, там очень много, я поняла, что я просто, мой бюджет этого не выдержит. Я прекратила. Но я решила, а почему бы мне не попробовать сделать что-то самой? Да, и я сделала то, что я сделала. Это все случилось во время ковида, во время самоизоляции. Да. Да. Нет,
я понимаю, что мы собирались. Нет, есть вещи, которые у меня лежат, как, скажем, да, несколько лет, без прицела, что я там буду что-то делать. Просто я их потом применила. Вот. Но, а вообще какие-то вот такие вот маленькие безделушки, да, мне очень нравятся всегда. Я их, если вижу, покупаю, если это стоит недорого. Вот. Ну, значит, да. Так что вот я стала делать. Первое, что я сделала, во-первых, там в этих вот номерах были инструкции, как сделать кое-что. Вот, например, как сделать швабру. Я ее сделала из зубной щетки, да? Потом, значит, потом я сделала метлу. Значит, ну там у меня еще кое-что сделано, здесь этого нет. Значит, потом я сделала диван. Ну, по вдохновению. Когда есть вдохновение, да, я его сделала очень быстро. И он у меня вписался как раз в пропорции. Вот. И, значит, ну это снега. Это тонкий картон, обклеенный самоклеющейся пленкой. Да. Вот эта пленка, она и держит, и она и дает свет такой хороший. Да, ну, значит, мне надо было найти кусочек ткани с мелким-мелким рисунком, да, вот такой вот у меня кусочек нашелся, я сделала, значит, вместо сидения, это у меня губка для мытья посуды, порезанная пополам, да. Ну, в общем, сделала я вот такой вот диван, вот, потом я сделала стол перед диваном. Да, вот эти вот ножки, это катушки, не так. Ну, не пластмассовые или тоже картонные? Картонные, они картонные. Да, все натуральное. В общем, короче говоря, да, потом я сделала комод. Ну, комод, я вам скажу, что я делала еще и в детстве, вот из коробков. Спичечные коробки, короче говоря. Вот эти вот, это уже с перепалом? Осталось все ручки сделать из бусинок. Ну, когда-нибудь сделаю. Ну, это современная версия. Да, ну потом сделала вот шкаф. Ну, шкаф, вот я говорю, что... Да, шкаф. Значит, там даже стация. Да, нет, там штанга у меня. Вот если вы посмотрите. Да, металлическая якобы. А знаете, откуда это? Вот это с пачки творога, да, и с обратной стороны она блестящая и такая вот гладкая. А знаете еще, что можно для этих целей? Куча стержней бывает металлического, как бы металлической трубкой. Да, ну, я не видела таких. А вот это собирается. Короче говоря, значит, вот это вот я сделала. Потом я сделала ватку. Это жерка была, значит, тут ножки, видите, такие вот, да, это бусины деревянные, да, и горшочек. Произведение гончарного искусства. Вы понимаете, что этот горшочек, это просто из набора посуды детской. Ну, сделала вот здесь еще, значит, кухонку. Решила это бритвы. Это Это от
хорошо. Потому что на самом деле сейчас много людей, кто туда будет. А вы не смотрели, нам же носят крышечки всякие. Да, ой, крышечек у меня море. Дело в том, что крышечки бывают не только от воды, да, а красивые. Да. Так вот крышечки. Потому что там могут быть самые интересные. Вот это здесь от меня выйдет. Это уже на 4000 метров вперед. Да. Вот это мы уже подходим к границе Китая. Переходим мост, и там границы. А нет, там дальше же не поедешь. Вот это уже первый город. Да, вот там оно сбилось. В пещере. Вот так вот ты заходишь. А, это вот штука железная. А, это да. Там не Гималай, а это Москва-Дет. Вот так вот они выглядят пласты, они как бы вот такие у них витрины темные, они там вот такие ступеньки вниз. А, вот это. Так. Они говорят, что в таком плохом английском, и там ближайшем.
сначала пытался говорить по правилам, он понял, что меня никто не понимает. How much? Two, three, now four. Это такой жертв. Это гостиница. Мои Что сейчас такие блоки, конечно, они вообще известны в Европе с 16 века, и они находятся в музеях. Один экземпляр музея, вы его посмотрите, пожалуйста, Дон Бенуар. Да, рамки делала сама. А, нет, это не открытки, но у меня же много всякой литературы. Нашла, вырезала. Просто смотрю, что они там что-то напрягали, охотники. Ну, типа того, да. Ну, в общем, снова встает. Но хочу сказать.
что? Понимаете, это масса положительных эмоций, масса удовольствия, когда делаешь, а потом уходишь. И вот это у меня все стоит на подоконнике. Да? И я каждый раз, когда выхожу в зал, я это вижу, и мне это все вот прямо в бальзам на душу. А еще заходишь, клеишь вот это все, это сыр. Ну, это само собой, да. Но это получается. Да, а то есть у вас гараж в перспективе, да. Терраса. Да, терраса, гараж, может быть, маленький садик. А вот это было там сапфировое лицо или северное лицо? Садик, типа такого, да. Солнце очень интенсивное. Да, разделить спальню не такую. Ну, пока у меня другие занятия. Понятно, что ты не все время занимаешь, как на душе. Что вы так делаете? Вот была проблема с ковриками. Я сначала сделала другой. Но мне не понравилось. Это уже 5000 метров. Это монастырь на высоте 5000 метров. Вот там нужно сказать, что это место же моего комнатного греха. Да, и я не знаю. Там два одеяла. Ну, конечно, так. Ну и там много всяких разных мест. А куколка откуда? Пупсики живут. Ну как у меня с собой есть и другие. Это например, там можно покушать, в принципе, почему? И тут у меня вопрос, что вы начинаете делать вот эту штуку, да? Вы делаете как? Вы представили вначале и начинаете как все расставлять? Или это все идет спонтанно? Ну, как сказать? Дальше я расставлю. Мне не понравилось. Я переставила, ну и вот пока не будет результата. Это уже восточное лицо прямо. Чтобы заселять дамами Это уже игра, процесс. Для того, чтобы сменить, надо это все сделать. Ну, короче говоря, Алина, принято. Нет, пока нет. У меня это в мыслях. Но можно сделать, конечно, окна, шторы. Нет, почему? Мне кажется, что это очень хорошо. Но это вообще как обозрение хорошо. Да, создатель. И насчет брата. Ну, стоит же, да. Да, стоит его думать, но пока такого в успех нет. Ну, что вас приятно? Со всех сторон? Да. У меня они есть, кстати, да, если что-то можно еще сделать. Потому что уже видишь, что ты хочешь своего электронного. Скажи мне, я когда вижу, у меня сразу получается фантазия. Очень хорошо. Да, и у меня просто правильно. Ты накидываешь? А что ты же сама, да? Потом спуск тоже можно там.
Это вот первые домики, такие они в Голландии. Да, ну это да.
Да, здесь у нас здесь было нельзя было снимать. Ну, обезбривание, это привезённое. Вот, библиотека. Огромная библиотека. Если там эта высота, где-то 10 лет. И, ну, так вот, и примерно такого же размера, как на 5 подъездов. Никто не собирался. Нельзя, просто не завершать.